обыкновенный. Вот такая вот дорога здесь идет. Такие ресторанчики, кафешки. Сейчас сидим в кафешке, в которой готовят папайя салат и суп. Вот так вот кафешка выглядит. Вот этот папайя салат. Вот там оно все готовится. И здесь вот есть мангал, на котором жарится рыба. И здесь самый вкусный суп на Пхукете. Вот мы принесли этот суп. Вот он вот так выглядит. И вот к нему вот такая зелень. Вот эту вот зелень нужно все ломать, крошить и набрасывать, сыпать вот этих вот специй. Это орехи, острый перец, сахар и какая-то красный соус, но острый. Вот сейчас мы это все смешаем и будем это есть. Вот это все смешивается. Я орешки люблю, кладу их много. Это почти пармезан в пицце. Это острая штука. Слегка. Недной. Недной. А вот это острая штука. Тут видно, что оно острое. Ой. Неподготовленный от такого количества умрет. Не наговаривай. А сахар ты не? Я без сахара. Потом это вот так вот все смешивается. И это получается самый вкусный суп на Пхукете. Нет, приятного аппетита. Exchange поставили на рюмку. Best red. Best red. Россия, best Россия. Лучшая крыса. А вот то, что мы искали, и вот мы это нашли. Написано на take photo 20 бат, а мы сейчас это будем есть. Время ништячко. Сережа хочет все лучшее и сразу. Ням-нямочек. Глютаматиком тебе там посыпали нормально. Вкусняшечка. Глютамат натрия, без него жуки не вкусны. Ну что, отведай вкусняшки. Беленькие жучки. Нам. Эти хорошие. Вот эти вот позабористые. Белки. А вот здесь что? Кузнечики, я их сюда покупаю. И где-то здесь были еще побольше. Это, наверное, тоже кузнечики. Вот они. Нам вкусные. С пивом покатит. Да без пива, просто так покатит. Ехать и жевать. К мопеду. Ну все, день удался.
здесь есть абсолютно все. И вещи, и еда, и жуки. Все есть. И ништяки. Ништяки. Вот он наш грузовой мопед. Едем дальше по делам. Вот баночки. Дисконтные. Вот он здесь находится, ремонт дороги. Но мы здесь со всеми стоять не планируем. Здесь есть на дороге один прекрасный шаркат. Шаркат. И вот он. Который знает не только Сережа. Пробка в шаркате. Внедорожник, эндурист Сергей. Мало рыбай, вот он нос. Нашел дороговалютную запчасть. Вот такую вот, которая у меня поломалась. Я нашел такую же, только китайскую. О-о-о. Записано Backdoor Isuzu. Backdoor Isuzu. Будем знать. Где искать, в случае искать, чего. Да? Сейчас еще подъедем. Пойдет. По него наконечники купим, будет все прекрасно. Ага. Бай-бай. Кто довольный? Кто довольный покупать? Я сейчас еще сюда наконечник, если найду, потому что мне эта штука сама по себе мало чего даст. Ты туристов пугаешь? Да, своим развязным образом вождения. А довольщик? Вот это наш любимый пляжик, называется Аосейн. Вот куча лодок стоит, ну, сейчас погода позволяет. Сейчас как раз прилив, все камни спрятаны под водой, ничего не мешает. У меня такой glass of wine под ужином. Вот такой вот у нас вечер. Что ты пьешь? Вино. Это у нас... Wine o'clock. Wine o'clock. Five o'clock wine. А у меня... А у меня... Вот такие вот штуки. Вот. Вот они вот так вот выглядят. Вот. Вот у него такая голова вкусная. Такая вот страшная. Это прямо под пивас. Да? Своим разговором с гаджетом. Вот у нас такой сегодня вечер.
там сзади закат, а я ем таких вот всяких жуков, вот такие опарыши красивые. Вот, с пивасиком. Нам-нам-нам. На радость тайским жителям, которые сидят и смотрят, как я невозмутимо ем таких вот прекрасных созданий. Да, жуки. Собака. О, здорово. Здорово, дружбан. Искупался. Искупался. Хочешь червячка? Не думаю так. Винище мое поаккуратнее. Хвостом. Кафе, в котором платишь только за вход, 200 бат, около 150 гривен, и потом накладываешь себе все, что угодно. Что здесь есть? Значит, здесь есть свинина, кальмары, зелень, осьминоги, мидии, рыба красная, креветки я последнее доел, куча овощей, сосиски. Вот такая вот очень полезная штука. Значит, потом это все себе накладываешь и тащишь, значит, на вот такой вот интересный мангал. Вот такой вот мангал. На нем это все жарится. Мангал кладется сверху, и на нем сверху жарится все, что набрано на этих столиках. Вот сейчас чем мы, собственно, и займемся. Итак, это кладем сало. Мангал. Так, и это он сало. Начинает греть. А, кусок сала потом растопится. Это будет смазка. Фуд. Так, ну и, собственно, чем сейчас мы займемся? Уничтожением различной еды путем ее пережарки. Так, сбоку варится что-то в водичке. Что-то. Да, что-то, что мы туда бросили. Что-то положили куда-то, в результате что-то выйдет. Вот, а в центре мы все жарим. Жарится достаточно долго, поэтому едим то, что осталось сырое. Как это не задевает?